Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня я расскажу вам, как я делаю, расскажу и покажу, как я делаю свой заказ в Faberlic на 50 баллов. Сколько я на это трачу, почему и так далее. Смотрите, я делаю заказ в приложении, мне так удобнее. Но хочу показать вам состояние своего счета, ну то есть объемную скидку. Это можно увидеть только через полную версию сайта, да? Смотрите. Мы заходим в личный кабинет, нажимаем «Мой счет». Вот сегодня у нас понедельник, 8 марта. Кстати, всех вас, девчонки, с 8 марта поздравляю. Желаю вам всегда весны в душе, хорошего настроения. Пусть ваши близкие приносят вам только радость. Пусть в этот день будут только положительные эмоции, те подарки, которые вы хотите. В общем, всего самого хорошего. Так, смотрите, состояние личного счета. Вот моя объемная скидка. Да? На сегодняшний момент у меня там 14 742 рубля. То есть в связи с тем, что я делаю товарооборот вместе со своей структурой, компания мне начисляет денежки. Вот сейчас у меня 14 тысяч там, да? И мы с вами сейчас будем делать заказы и посмотрим, насколько он выйдет. Ну, я приблизительно уже знаю, во сколько мне входит 50 баллов. Это где-то 1002 рублей. И сейчас все подробно покажу. Объемная скидка за заказ списывается в размере 60%. То есть не полностью. Абсолютно бесплатно, к сожалению, мы не можем заказать. Мы можем только потратить 60% от суммы заказа вот из этой объемной скидки. Да? Сейчас вместе с вами пролистаем каталог. Я уже, в принципе, в корзину накидала то, что мне нужно. Сейчас себя не ограничиваю, не смотрю на бальность продукта, потому что у меня большая объемная скидка, нет в этом необходимости. Как делать заказ на 50 баллов повыгоднее, если у вас еще нет объемной скидки, да, то есть надо смотреть на бальность товара. Я уже такое видео снимала вам. Сейчас посмотрим, может, я что-то из новиночек забыла. Пробежимся, взяла тушь вот эту, как говорила вам обзоре заказа, новую, да. Если вы новичок, вы еще идете по стартовой, то, конечно, лучше делать заказ через полную версию сайта, потому что, к сожалению, в приложении не все акции интересные видны, и стартовая программа в том числе. Если вы идете по стартовой, то лучше через полную версию сайта. Так, тональник я не брала, потому что у меня сейчас кушон. Скорее всего, будет два заказа. Этот заказ не будет на 50 баллов, но я вам все равно покажу, как на 50 баллов я делаю. Потому что я еще хочу заказать белье, наверное, в следующем заказе. Флоранж мне понравился, там комплектик. Думаю, пока. Не стала брать новую бижутерию. Посмотрела у VIP обзоры, и вы мне писали, что она идет какая-то с небольшими браками, кривоватая и так далее. Уход тоже никакой пока не беру, потому что в следующем каталоге будут классные новинки. А так, в принципе, то, что мне надо, я сейчас себя уже не ограничиваю, потому что заказ на 50 баллов трачу совсем мало, и могу брать то, что мне действительно нужно, то, что я хочу, да? Вот. Пенку все-таки решила выбрать для соседки из линеечки Асиулу. Так, сейчас по-быстрому пролистаем. Где наши новиночки? Да, вот эту пенку взяла. Не сильно много новинок в этом каталоге, но тем не менее не есть. Я даже в обзоре заказа пропустила некоторые. Вот, допустим, вот это увлажняющее суфле для бритья, да. Но я сейчас пользуюсь пенкой Lancelot, которая мужу не очень понравилась. Он больше полюбил Vent Adventures. Я вот эту пенку Lancelot набиваю. Так, взяла новинку для интимной гигиены. Здесь у нас пока ничего нового с вами нет. А, вот тоже пропустила в обзоре заказа маску. Интенсивная маска для нейтрализации желтизны. Тоже взяла, девчонки, будем с вами тестировать ее. А мне интересно, потому что сейчас волосы у меня цвет 7.1 плюс 8.1. Сегодня видео это выйдет раньше по краске. И вот эта масочка, она, в принципе, актуальна. Попробуем. Насколько хорошо она желтизну. И сравним хотя бы с теми же самыми масками. Вот Estelle Tone. Так, зеркало. Девчонки многие про зеркало написали, что неудобно.
маленькая, неудобно краситься. Вот этот карандашик я взяла по программе Faberlic Life, даже думала, что мне надо повыгоднее, он за 150 рублей вышел, сейчас покажу вам в корзине. В запас себе его взяла, пока не есть. Тоже очень понравился прям. Так, ароматы быстренько пролистываю, здесь мне ничего точно не надо. И новинок у нас никаких нету. Дезодорант на этот раз взяла классический, не ля крем. Там акция хорошая, вот да, две штучки в корзину себе положила. А средства для подмывания из малышковой линейки взяла, из Нечаев взяла пасту. Да, с томатами и овощами положила в корзину, хочу попробовать. Батончики пока не стала брать, может быть, во втором заказе возьму. На них неплохая тоже акция. Ножницы. Тоже, может, во втором возьму заказе, посмотрю. Органайзеры. Интересно, почему выходят органайзеры? Давайте посмотрим. Если в фиксе 200 рублей, 259. В принципе, разница небольшая. В фиксе 200, здесь 259. С моей скидкой, да? Вот такой органайзер. Но я уже купила фикс прайс. Вот этот только с выдвижным ящиком дорого, да, и вот этот. А вот этот обычный, получается, на 60 рублей дороже, чем в фиксе. Поэтому можно, в принципе, брать и Faberlic. Разница не особенная. Так, взяла вот эти два новых освежителя, уже бросила себе в корзину, вместе с вами потестируем. Взяла пятновыводитель. Две девочки, по-моему, мне написали, что он никакой совершенно, а остальные все написали, что он действительно классный и выводит. Протестируем вместе с вами, найдем пятна, протестируем. Порошок взяла, тоже гринли, пусть вместе работают. Взяла кондиционер для белья, а взяла, девчонки, какой? Дыхание Прованса в этот раз. Для разнообразия пусть будет. Так, тут из одежды ничего не стала брать. Посмотрела обзоры тоже. Как-то мне не очень понравилось, как это смотрится, сидит. Поэтому не стала. Комплект белья потом вам в следующем заказе, скорее всего, покажу, какой выбрала. Одежду быстренько пролистываем. Здесь мне тоже ничего не надо. На ботинки вот на эти. Спрашивала у вас отзыв. Девочки некоторые написали, что они тяжелые, не очень удобно в них ходить. Поэтому тоже пока мимо пройду. И в конце акции здесь я тоже ничем не воспользовалась, ничего мне из этого не надо. Поздравления. Уже сыпется с утра. Так, мочалки взяла, соседка попросила. Опять уже нету сиреневых, кстати, у нас на складе, поэтому взяли зеленые. Так, ну и все, все. Потом мы с вами переходим в корзину. Корзину, вот то, что я накидала до этого. Дейзики, бальзам для стоп, гладкие пяточки по акции. Сейчас на втором шаге сработает. Тушь новая, тонизирующий крем для ног Винотоник. Сейчас я немножко увеличу, у меня на 37 баллов, да, чтобы вы видели на 50. Ну, допустим, возьмем с вами побольше чего-нибудь, несколько штук. Ну, вот маску давайте возьмем. Вот так, вот. Потом я уберу. Оформить. Теперь попадаем с вами на второй шаг оформления. Давай, грузись, родимый. Здесь у нас бонусы за покупку. Они так у меня сработают сейчас все автоматически. А распродажа. В распродаже сейчас, девчонки, у нас на центральном складе средства для загара. Солнцезащитные и после загара охлаждающие. Мне это не надо. Тем более до апреля-мая. Это кто вот сейчас полетит, если только отдыхать. Специальные предложения. Смотрите, сегодня у нас товар дня тени запеченные. Кстати, классные. Мне, знаете, в каком оттенке? 56-24. Вот этот вот красивый оттеночек. Так. И не забываем. Смотрите, в специальных предложениях хиты Wellness в подарок. То есть те, кто сделал в прошлом каталоге 50 баллов, выбирают за 1 рубль себе в этом каталоге коктейль либо суп. Нету новых коктейлей здесь, жалко. Я себе выбрала шоколадный за 1 рубль. Коктейль в подарок выбрала. Так, это все закрываем, закрываем. Ну и все, лайк Faberlic. Я тоже выбрала себе карандаш для обработки кутикулы. Пробники.
пакеты, все это мне не надо. И вот смотрите, стала сухая смесь для приготовления коктейля за 1 рубль. Карандашик по программе Faberlic Like. Каталог, 2D-зик акция сработала. Так, 53 балла. Да, даже больше, чем 50 получилось. И смотрите, дальше, когда мы будем с вами подтверждать заказ, третий шаг, да, 149 рублей у меня доставка. И сумма к оплате за 53 балла 1899 рублей. Вот, списана скидка, видите, 3250 с объемной скидки с моей. 3250 списывается, 149 рублей за доставку. А так счет по заказу у меня 5000 рублей ровно, представляете, ничего себе. Первый раз у меня такая ровная сумма. Счет по заказу 5000 рублей плюс доставка, то есть 5149. Списываем скидку 3250 и к оплате получается 1899, то есть меньше 2000. Даже если мы сейчас удалим эти 3 балла, будет вообще там на 1500, да? Давайте попробуем. Мне интересно. Одну масочку удалим для волос. Там, наверное, 49 с копейками сейчас будет баллов. Немножко до 50 не хватит. Так, сразу на последний шаг. Да, 49-45 тысяч, 1800, вот, к оплате. 1800 к оплате, практически за 50 баллов, 3000 списывается скидка, счет по заказу 4700, да, такой выгодный бальный заказ получился, даже если бы у меня не списывалась скидка, я бы заплатила 5000 за 50 баллов, это достаточно выгодно, вот, и все, и мы потом утверждаем, и я за этот заказ плачу только 1800, за заказ на 50 баллов, девчонки, поэтому в Faberlic деньги есть, тот, кто хочет, кто стремится, тот заработает. Сейчас в ближайшем будущем, скорее всего, я буду или ИП открывать, или самозанятость оформлять. Не знаю, надо про это все дело поузнавать, чтобы выводить все вот эти вот денежки, которые у меня остались на личном счете, да, выводить их на карту. Потому что у меня там, смотрите, 14 тысяч, сейчас у меня спишется 3, 11 у меня остается. Вот 11 уже, в принципе, можно выводить на карту. И получать реальные деньги, реальный доход, да. Ну, это все, мои хорошие. Если у вас какие-то вопросы остались по заработку Faberlic, по бальности, по оформлению заказа, пишите в комментариях. Обязательно вам на все отвечу. И ссылка для регистрации Faberlic тоже всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, будем общаться. Всех люблю, целую. Еще раз с 8 марта. Всем весеннего настроения. Всем пока-пока. Да, девчонки, еще забыла вам сказать, как я оплачиваю заказ. Да, я сейчас утвердила свой заказ. Потом захожу в полную версию. Может, кому-то тоже пригодится. Я знаю, не все это знают. Я оплачиваю с карты на сайте. То есть вот мой заказ готов к сборке. Графа «Оплатить» нажимаем. И здесь у нас два способа оплаты. Оплата с личного счета или банковской карты. Я оплачиваю банковской картой. И комиссия 2% взимается, но мне потом по программе от Сбербанка «Спасибо» начисляются бонусы. У меня подключена категория «Косметика», и за каждую косметическую покупку Faberlic, Магнит, кстати, Магнит Косметик сейчас, по-моему, не участвует уже, другие косметические какие-то магазины, также интернет-магазин, там, Avon, Oriflame и так далее, они участвуют в этой программе. И вот по программе «Бонусы спасибо» у меня подключена категория «Косметика», и я получаю 10% еще в виде бонусов обратно на счет. Вот я сейчас оплачу, да, 1536, и 150 бонусов мне вернется на счет, который я потом потрачу. В итоге, по факту, у меня заказ вышел на 1350, да, ну, то есть вообще... Очень выгодно, тут даже не стоит об этом говорить. Я вот здесь нажимаю «Оплатить», у меня привязана уже банковская карта. Вот, я введу сейчас код и по банковской карте оплачу.